Добрый день, меня зовут Светлана. Я менеджер по разработке питания и контролю качества. Иными словами, я разрабатываю питание для наших пассажиров. Ассортимент бортового питания зависит от направления и времени пути. Например, до 3 часов мы подаем холодные горячие сэндвичи. До 5 часов мы подаем горячее питание. А свыше 5 часов горячее питание и легкий перекус. Также мы подаем холодные горячие напитки. Пассажиры с особым предпочтением в еде могут заказать себе специальное питание. Например, вегетарианское, мусульманское, детское. Полный список блюд вы можете найти на нашем сайте.